дальше. Вы получили чьи указания? Какая вам разница? Я начальник милиции, который отвечает за проведение мероприятий на территории. Я депутат законодательного собрания. Мне все равно. Я отвечаю о законе. Вы обязаны оказывать мне сопутствие. Я вам законом определюсь, как положено. Я обязан охранять общественный порядок. Оказывать сопутствие. Я охраняю общественный порядок. Не вам. Вы обязаны. Депутат, но не вам. Все, предупреждаю вас официально под камеру. Да. Что если будет нарушено, вы примите все меры, которые определены законом. У меня нет, есть заявка официальная. У рабочего в данный момент да нет ни одной бумаги. Это все заранее. Послушайте, но в администрации у нас на железной дороге управляют. В администрации не командует. Фамилии на улице, еще раз под камеру. Покажите. Что это? Реестр на... Я член комиссии окружной. Знаете, да? Послушайте, 12 на 9 должно быть после 12 на 7. Согласны, Николай Васильевич? А у вас нет. Вот послушайте, они нам звонят 4-10 в 17 часов. В 10:35 вот дату. Единственное, что секретарь не поставила дату. Это вот о чем я говорю еще. Никто реально этих заявок не... Это вы переписываете реестр. Нам же теперь понятно. Переписываете. Потому что никто реально этих заявок не давал. Если из 24 человек всего 7 реально голосующих, ну о чем вы говорите? Кто там давал эти заявки? Скажи посмотреть, что это? Это мусор. Какой? Раскрывайте, не мусор. Не надо, не раскрывайте потом. Не убирайте. Девушка, раскрывайте. Все. Да что это? Раскрывайте мобилитет, даже посмотреть. Не надо, не надо. Да что это? Не надо, раскрывайте. Тише, Жень. А что вы снимаете? Стоп. Стоять. Снимаем. Аккуратненько. Руки. Что это такое? Вы... Видите, как все свернуто и аккуратненько, чтобы можно было подумать, что они были не полностью сброшены цельным пакетом, а каждая аккуратненько завернута. Да? Да? Замечательно, все видят? Да, да. Все отработано. В данном случае должен быть запечатан вообще. Опечатан должен. Ну раз он тем более здесь находится, то понимаете. Потому что раз он. Они должны каждый раз его печатать. Сегодня каждый раз меня, если бы сказали. Никем не охраняют. Милиция охраняет. То есть так, 30, папки, да, которые, да, которые, да, достали из сейфа, 50 неиспользованные, было 20. 20. Еще 20. Надо здесь. Еще 20, да, которые лежали в сейфе. 25, 26, 27, 28. 29, 30. 30 заряжены. Да. Вот это, да? Здесь 220, да, вот это. Подметка, да? Да. Я взяла пачку. Где их кошки? Угу. Это пачка была. Бля, красота какая вообще. Нет, стоп, подожди, посмотри. Не надо быстро перемешивать. Вот она и закончилась, демократия. Полин, вот она. Вот, Полин, покажи нам, пожалуйста, крупным планом. Крупным планом. Смотри, Полин, там еще горы. Теперь посмотри, где они. Теперь посмотри, они в один в одно входят. Лещенко. Покажите, пожалуйста, бюллетень. Крупный план. Для описания. Показывай. 20-30 будет очень интересно. Лещенко. Спорим, оставшиеся 5 тысяч. Да. Ну что спорим? Наверное,